Необыкновенным новогодним подарком для зареченского зрителя стала удивительная сказка «Щелкунчик» в исполнении театра «Русский балет». Непревзойденная музыка Петра Ильича Чайковского, знакома большинству с самого детства. Буквально с первых аккордов ты погружаешься в атмосферу праздника и оказываешься рядом с наряженной елкой, на ветвях которой можно найти необычную игрушку. В рамках проекта «Территория культуры Росатома» в нашем городе состоялось удивительное событие. На сцене Дворца культуры «Современник» была представлена новогодняя сказка «Щелкунчик», которая исполнялась Московским областным государственным театром «Русский балет». Руководителем данного коллектива является народный артист СССР Вячеслав Гордеев. Стоит отметить, что репертуар театра основан на классическом танце. В «Современнике» состоялась пресс-конференция, на которой артисты театра поделились своим опытом. Они рассказали, как создаются постановки и что нужно для того, чтобы стать танцором балета. Профессия балерины и артиста балета – это самая лучшая, прекрасная профессия вообще, мне кажется, на земном шаре. Это элитная профессия, и не каждый может себя именно полностью посвятить ей, потому что это на самом деле очень трудный, тяжелый путь. В балете важна не только чистейшая хореография, но и великолепная сообразительность, а также сила воли. Танцорам зачастую приходится отказывать себе во многих вещах. Каждый из них работает в полную силу с утра до вечера, выполняя свою работу на все 100. Но самое главное – это любить дело своей жизни. В балете сочетается это и живопись, и танцы, и музыка. То есть это вот такое вот уникальное искусство, которое соединяет в себе многое. Когда ты выходишь на спектакль, в любом случае, это каждый раз что-то новое. То есть спектакли, они не могут быть похожи как бы один на другой. Это всегда какие-то новые эмоции, новые зрители, которые дают энергетику, и ты отдаешь ему обратно это. Солисты опираются не только на свой опыт. Они интересуются творчеством других коллективов, просматривая их выступления. Деятели театра подготовили не только потрясающую новогоднюю сказку. Перед выступлением заслуженная артистка России, мастер сцены и педагог театра «Русский балет» Светлана Устюжанинова провела мастер-класс для танцевальных коллективов города Заречный. Все старались подражать профессионалу и выполнять задания в полную ногу. Именитые артисты театра выполняли упражнения разминки в одном зале с начинающими танцорами. Девочки очень хорошие, есть даже очень даже способные, есть очень красивые у них и фигурки, и способны по линейности ног. Это должен быть красивый подъем, тонкая щиколотка. Многие девочки очень хорошие, да, и быстро соображают, что не самое последнее в нашей профессии, потому что не только ногами мы можем танцевать, это все через голову идет. Мастер-класс оказался довольно непростым для его участников, но трудности не помешали девочкам великолепно справиться с поставленными задачами. Мне очень понравился мастер-класс. Было, конечно, тяжело, и мы получили от этого очень много навыков. Было интересно. Было очень трудно, потому что в нашем коллективе мы делаем другие комбинации, а сейчас все было на профессиональном уровне. В 2017 году балету «Щелкунчик» исполняется 125 лет. Это потрясающая новогодняя сказка, которую любят дети и взрослые по всему миру. История рассказывает нам о новых, неизвестной детской душе чувствах, с которыми рано или поздно наступает встреча. Расставание с детством – это неотъемлемая часть нашей жизни. Главная героиня сказки переживает именно этот период, попадая в странные приключения своего сна. Балет был показан в 2 действиях и 4 картинах. Постановка исполняется под музыку величайшего композитора Петра Чайковского. Неудивительно, что эта сказка занимает особое место в репертуаре театра «Русский балет». Мне очень нравится Новый год, я очень люблю этот праздник, и очень приятно танцевать «Щелкунчик». Действительно, попадаешь в сказку, сама переживаешь эти эмоции вновь и вновь. Это очень приятно и радостно. Чувствуешь себя ребенком. Thank you.
представил выступление на высшем уровне. Зрители восхищались прекрасными танцами и актерской игрой профессионалов. Декорации балета передавали чудесную новогоднюю атмосферу. Никто не остался равнодушным к великолепной истории. Удивительное выступление создало положительные эмоции и волшебное настроение зрителям.